Ребята, всем привет! У нас сегодня аномальная жара. По радио я слышала, что у нас сегодня такая жара, как в Лаосе или в Китае. Я живу в Украине, у нас такой жары, ну, в принципе, быть не должно. Обещали у нас более 35 градусов, я тут сижу на фоне вентилятора, это на кухне. Вот, напишите, какая у вас погода. Рекомендуют, кстати, не выходить на улицу, а мне как раз нужно по делам очень много. Я, честно говоря, не знаю, что с этим делать. Может быть, какую-то шляпку надеть или еще что-то такое. Вот. Ну да, все ждали лета, вот наслаждайтесь летом. Хотя мне очень нравится зима, мне очень нравится Новый год, снежинки. И даже гололед меня не смущает. Вот. А летом у меня начинается аллергия на амброзию. И мне из-за этого не очень нравится лето. И опять же, вот эта аномальная жара, которая, ну, я не знаю, в плане даже, ну, вот у меня челка, вот, волосы прикрывают лоб вот из этого потеет, там появляются прыщики и все остальное, поэтому даже вот эти все моменты, это не очень приятно, вот. Напишите в комментариях, какое у вас любимое время года и по какой причине. Ставьте пальчики вверх под видео, подписывайтесь на мой канал, увидимся в следующем видео. Пока-пока!